Изменения в законодательстве, вызовы и тренды, мотивация учеников – все эти аспекты работы подробно разобрали участники и организаторы конференции работников учреждений Департамента по делам молодежи и спорта Сарова. Специалисты собрались вместе, чтобы обменяться опытом, открыто обсудить текущие задачи и найти для них решение. В этом году на первый план вышли развитие спортивного потенциала, самообразование педагогов, воспитание патриотизма и работа в условиях большой конкуренции. Традиционно участников конференции поздравили с Днем Учителя и наградили почетными грамотами. Все, что вы задумали на этот год, пусть сбудется. Ярких эмоций вам, офигенных впечатлений, стремительных результатов. И главное, чтобы улыбки не сходили с ваших лиц. И с утра вам хотелось жить, радоваться и работать. На педагогов спортивных организаций ложится миссия по воспитанию здорового поколения, развитию талантов и их продвижению. Педагог дополнительного образования Ирина Гичук занимается саровчанами в секции атлетической гимнастики. Главная ее цель – научить детей добиваться успеха, жить в здоровье и гармонии. Своей деятельностью я стараюсь привить нашим детям и подросткам стремление всегда быть ближе к физической культуре и спорту, стремиться сохранить свое здоровье и на протяжении последующей своей жизни использовать данные, полученные вот именно на наших занятиях в дальнейшем. Продолжением конференции стала стратегическая сессия. Всех специалистов разделили на группы, в которых они смогли разработать предложения по плану работы на предстоящий год. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.